Я нашел. Садись в лодку. Надо привязать его к лодке. Держи. Уже хватит. Отец? Что? Что-то изменилось? Лес стал каким-то другим. Все изменилось, мальчик. Ты поменьше об этом думай. Ладно.
Это последнее. Вон там я вижу маму. Вон там отца я вижу. Вон они зовут меня. 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 Теперь все. Найди путь домой. Ты свободна. Прости. Зажми. Этот нож был ее. Теперь он твой. Охоте учила? Чему умела? Покажи. Сейчас? Да. На кого идем? Ты идешь на оленя. Куда? Туда, где есть олень. Ладно, сюда. Отец, почему именно сейчас? Я должен знать, что ты выдержишь дорогу. И пойдем в горы? Зависит от тебя. Вперед! Что ты нашел? Следы, но не оленей. Поищу еще.
Еще следы? Да, но круглые. Наверное, дикий кабан. Хорошо. Ой, что теперь? Идем сюда. Хоп! О! Стой! Следы оленя, свежие! Сюда! Нашел! Помедленней. Прости. Ты охотишься, а не бежишь на перегонки. Да, отец. Он сломал мост. Как же нам перебраться? Отойди. Ого. Иди. Ого. Что тут было? Вот же он. Стой. Что ты делаешь? Ты же его спугнул. Будешь стрелять? Будешь стрелять, когда я тебе скажу. Извини меня. Не извиняйся. Стань лучше. Ищи его. Я сказал, ищи. Нет! Ты не готов! Назад! Драугар, они раньше не подходили к нашему лесу. Иди дальше. Пошел в старый храм, но мама запретила туда ходить. Мы делаем, что хотим. Оправданий не нужно. Вот. Теперь вернешь мне лук? А ты отсюда попадешь? Подойдем ближе. Я много раз охотился с мамой, а ты меня никогда не брал. Почему же теперь?
Она так хотела, и пришла пора. Ясно. Драугр! За мной, Атрей. Сейчас вернусь. Открывай! Что делать? Я почти ожидал, что под мостом будет тролль. Ты еще не готов к встрече с троллем. Я знаю, просто... Да, отец. Что? Он не может это использовать. Мы можем.